Друзья, ну и всем привет! Снова с вами канал Бизнес Идеи. Сегодня я буду рассказывать про бизнес-идею, достаточно интересную и не менее прибыльную, и при всем при этом абсолютно без вложений. Бизнес-идея по производству вот таких изделий. Значит, что это такое? Это автоматическая саможарющая шашлык-установка. Она состоит из металлических частей, подвижных шестеренок, редуктора и блока с батарейками. Она уже бывшая в эксплуатации, видно. Я уже ей пользовался. Вот. И я сейчас хочу на примере этого изделия рассказать вам о его плюсах, минусах, недочетах, о том, какова себестоимость производства, как это все дело, не имея никаких навыков, изготовить, просчитать себестоимость и сколько приблизительно на нем можно заработать. Ну давайте по порядку. Значит, первое, откуда у меня возникла эта бизнес-идея? Значит, случайно я попал на рекламку в интернете, в Авито. Продаются такие штучки, значит, на 1, 2, 3, 4, 5, 6 шампуров и на 5 шампуров. Вот такое изделие я купил за 3750 рублей. Ни рекламу, ни антирекламу я делать не буду. Где я это покупал, рассказывать не буду. Я сейчас буду рассказывать только о том, сколько можно на нем заработать и о том, какие недостатки именно у этого изделия. И сколько, соответственно, в себестоимости эта штучка. Вот. И, значит, достаточно удобная штуковина, которая в шашлычный период достаточно хорошо пользуется спросом. Дачники, молодежь любит такие вещи. То есть, когда какое-то мероприятие, жарят шашлыки, обычно бывает так, что что-то поставили и сгорело, то эта штука, нажали кнопочку, вот она у меня, вот она, нажали кнопочку, значит, и она постоянно вращает шампура. Вот, сейчас я покажу на мангале, как это все выглядит. Так, друзья, ну и как же это все дело работает на мангале, сразу покажу вам. Значит, устанавливается эта штука так, чтобы вот этот блок не находился над жарочной поверхностью. И, соответственно, вот эти отверстия должны совпадать с вот этими отверстиями. У меня модель на 6 шампуров, есть еще модель на 5 шампуров, но по сути можно сделать и на 10. На каждый шампур я насаживал по 600 грамм, как я уже говорил, что я уже использовал ее. 2,5 килограмма, точнее, прошу прощения, 3,5 килограмма мяса на этом деле достаточно комфортно жарится. Все, вот так это все в собранном виде. И вот так вот это все дело работает. Мощности хватает. Значит, здесь используются 4 батарейки. 2А формат, то есть пальчиковый, не мизинчиковый, пальчиковый. Все это дело работает от 6 вольт. 6-вольтовый редуктор. Но сейчас я обо всем попозже расскажу. Значит, так это все дело выглядит в работе. И сейчас я расскажу, сколько же все это дело стоит, если производить его самому, и как это все дело делать. Так, друзья, ну и давайте теперь подробно о том, сколько стоит изготовить вот такую штуку и из чего она состоит. Значит, первое, понятное дело, что она состоит из нержавейки толщиной 2 мм. Ответка состоит из нержавейки такой же толщины. Редуктор, моторчик и коробка элементов питания. Значит, коробка элементов питания, моторчик и редуктор в сумме стоят 200 рублей, если заказывать на Алиэкспрессе. Весь вот этот металл изготавливается на плазморезе. Есть специальный станок, который программируется компьютером, задаются размеры изделий, и он его просто вырезает. Вам не обязательно иметь такой станок, вы можете это дело просто все заказать на профильном производстве, кто занимается производством таких вещей, и все это дело заказать. Значит, как начать делать такую штуку, не зная ничего? Все очень просто. Вы можете приобрести такое изделие, повторяю, я его приобрел за 3750 рублей. 3250 рублей стоило вот так, на 5 шампуров. Вы его приобретаете. На заклепочках я сейчас разбирать ничего не буду, но все очень понятно объясню. Здесь кроме вот этого металла больше ничего нету. Металлы, металл, заклепки, болтики, гаечки. Все. Что вы делаете? Покупаете такое изделие.
срезаете алюминиевые заклепки. Единственное, что, да, что вам нужно будет купить, ну, понятно, это дело, шуруповерт, он, по-моему, есть у каждого, и заклепочник. Заклепочником нужно заклепывать вот эти вот вещи. Что вы делаете? Составляете для себя чертеж. То есть ширина изделия, толщина изделия, длина изделия. Точнее, длина, ширина, толщина. Вот эта коробочка сделана вот таким образом для того, чтобы дистанцировать от жара вот этот блок. И тем не менее, вот минус именно этого изделия, то что все равно он поплавился. И я думаю, что эта проблема не только была у меня, а достаточно у многих клиентов именно того места, где я покупал вот это изделие. Вот я вам именно это изделие покупать не рекомендую. Я вам рекомендую, я имею неправильно выразился, не рекомендую покупать для собственного использования. Но вы можете его купить и немножечко доработать, утеплив здесь или создав какой-то дополнительный экран. Но именно у того человека, который это дело покупал, для собственных нужд я вам не рекомендую покупать, потому что мне вот из-за вот этого момента это дело не понравилось. Все. Значит, все очень просто. Вы берете вот это изделие, срезаете заклепочки, раскручиваете винтики, все дело вот так по деталям раскладываете. В принципе, вы можете даже все это дело разобрать и отдать на производство, кто занимается плазменной резкой металла. Эти вещи, повторяю, заказывайте на Алиэкспрессе. Болтики, длину, ширину, толщину мерите, гаечки заказывайте, все. Вот это, повторяю, стоит 200 рублей на Алиэкспрессе. Весь металл с работой стоит 1000 рублей. Да, единственное, что здесь нюанс, здесь специальная жаропрочная смазка используется для того, чтобы не терлись шестеренки о вот этот металл. Значит, итого по стоимости. Весь металл выходит с работой 1000 рублей. Вот этот узел, в районе пусть будет $5, все это стоит. Вот это меньше доллара стоит. Вот это $2, это там, по-моему, тоже пару долларов. $5, 300 рублей, 350 рублей. Все в круг у вас обойдется с вот этими заклепками, с винтиками 1500 рублей. Повторяю, никаких станков, ничего вам покупать не нужно. Вы просто покупаете себе один такой образец, разбираете его, отдаете на производство, и вам изготавливают, сколько вы таких комплектов закажете, столько вам таких комплектов изготовят. Вам останется лишь это все дело собрать. То есть скрутить винтики, заклепать и вот эти отверстия на штампе, ну вам в принципе это все тоже изготовят, либо также на плазморезе, то есть вы прям диаметр отверстия указываете, даете чертеж, либо просто изделие, вам делают точную копию. Если вы закажете сразу 100 таких изделий, вложите деньги в объем этой продукции, то я уверен, что вам сделают значительную скидку, и себестоимость у вас уменьшится еще на какой-то процент. Вот такая достаточно простая бизнес-идея. Да, куда и как это все дело продавать. Я наткнулся на рекламу, по-моему, в Авито. Ну, понятно, что в этой сумме, в 3750 рублях, этого изделия заложено рублей 500, наверное, на рекламу, на каждое изделие. То есть человек вложил там тысяч, может быть, 10, 15, 20, может быть, каждый день по 500, по 1000 рублей закидывает на рекламу и отправляет это почтой России, причем либо почтой России, либо с ДЭКом, причем доставку оплачивает сам покупатель. Поверьте мне, что такие штуки продаются очень хорошо. Я сам заниматься этим не буду, но очень много людей, которые захотят приобрести себе вот такую штучку. Несколько отзывов я услышал по поводу того, что можно сюда поставить какое-то программное управление, чтобы при включении оно не постоянно вращалось, а добавляло какой-то оборот. То есть включилось, выключилось. Для чего? Чтобы шашлык жарился равномерно, не постоянно вращаясь, а равномерно. Ну, друзья, вот собственно все. Такое простое изобретение, нехитрое. И такая простая бизнес-идея. Буквально вы там вложите деньги только на себестоимость материала и работы, сами собираете, отправляете почтой или с деком и зарабатываете деньги. 1500 рублей все в комплекте, продается это изделие 3750 рублей без доставки. 2250 рублей вы можете зарабатывать, продавая одно вот такое изделие. В сезон
шашлычные, это именно майские праздники, начало лета и лето полностью, в принципе, все. Я думаю, таких изделий может продаваться и по 5, и по 10 штук. Все зависит от того, насколько много денег вы вложите в рекламу, в интернет-рекламу. Будь то Яндекс.Директ, или Google AdWords, или Instagram. Все, если вам понравилось, или если у вас какие-то, если есть какие-то замечания и пожелания, пишите, ставьте лайки. Всем пока!